Здравствуйте, с вами Фримистер, игра... хотел сказать Черное зеркало 2. Хотя я уже играю в Черное зеркало 3. Но это даже не Черное зеркало, это игра... Обитель тьмы Сумерки. В которой моя теперешняя задача добраться до... Не просто до первого этажа, а до... Комнаты 3Е, что ли, первого этажа. Должен... Вам всем заметить, что эта чертова игра наводит на меня неприятные ощущения. И я думал, я все понял. Оказывается, это просто неправильные пчелы. Вот. Поэтому большая просьба. Не просите меня больше играть в страшные игры. Потому что они страшные. Вы же понимаете... Вы же не хотите, чтобы я свихнулся на почве страшных игр? Кстати, какого черта я иду сюда? Я ведь мог бы просто все это обойти и пойти не сюда. Но теперь я все равно окажусь напротив нужного мне места. Здравствуйте, глаза, здравствуйте. Ой, ё-моё, кстати, у меня куча глаз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Класс. Ужас. Вот это приход. Где я? Кто я? Что со мной? Комната ужасная. Так хорошо подходит. Для чего подходит ужасная комната и кто это говорил? Здесь мне уже нравится. Наконец-то этот отстой кончился. Если сейчас вся эта комната действительно превратится в отстой, это будет полный отстой. Извините за такое количество слова отстой. Помню Ривьеру. Мы были так влюблены. Так. Одно из двух. Или это мой голос... Или суть в том, что кто-то шепчет мне это на ухо. Вообще, рука у меня та же. И женская, она не похожа на женскую. Так что, не знаю. Я не могу судить однозначно об этом. Что это такое? Матильда Флай. Звезды сцены экрана с сигаретами. Рпэл. Что бы это ни значило. Что, все? Я хотел что-то интересное узнать, а... Так я уже смотрю на какую-то ерунду. Спокойно, Глория. Думай. И думай хорошенько. Да что думать-то? Нажралась. Ужас. О, черт. Это не работает. Здесь нужны какие-то вещи. Местные виды, приятные мелочи. У нее какой-то тихий голос, но я что-то нашел. И это, видимо, та вещь, которую мне нужно было найти. Местные виды. Ясно, я понял. Я понял. Ну а если я... они даже не отличаются. Здесь не меняется зона. То есть вот если здесь есть это, то это, наверное, одна зона, поэтому она скажет то же самое. Значит, ничего интересного. Вход нормальный. Блин, ну какое счастье оказаться в нормальном месте. Ну, вы себе не представляете. Может быть, кто-то почувствовал разочарование... Окажавшись здесь, но для меня это большая радость. Кровавые деньги. Этого недостаточно. Мало смертей? Или мало денег? Нужно спрятать улики. Какие улики? Да. Какие улики?
Ой, это мне не нравится, это мне не нравится. Сейчас комната станет отстойной. Да, она стала отстойной. Я вернулся. Вернулся в свое время. Надеюсь, что тут происходит? Это было чье-то воспоминание? Отстой. Ты... Ты... Какого хрена я вернулся? Что-то шипит рядом. Ну, хорош шипеть, сволочь. Ну, заткнись уже, ну. Этот электроприбор стар как мир. Блин. Давайте это посмотрим. О, штучка. Штучка — это хорошо. Она нам пригодится, чтобы открыть коробку. Она сюда прятала деньги. Это мы, наверное, откроем ножницами. Блин, что-то не то. Может так? Может так? О, получилось. Кровавые деньги! Чё? Опа-на! Мой св... Не, погодите. Мопасо. Мо... Ну да. Так, так, сейчас. Сейчас я попробую это прочитать так просто сам. Я ничего не понял. Суть в том, что они ограбили банк, и это британский банк, и его ограбили. И это план того, как они их ограбили, и здесь причем-то еще как-то фигурируют эти люди со свастикой. Типа того. Вот это я не знаю, зачем нужно. План банка. О, черт, еще что-то. В общем, что-то у них пошло не так, и что-то она напряглась, и что-то то ли ее предали, то ли не предали, непонятно. Ну вот, и пошел отстой. Кстати говоря, вы все это можете на паузу поставить и прочитать, если вам интересно. Если нет, я вам рассказываю примерное содержание. Гостиница, телефон, Довертон. Телефон! 4535. Эй, не надо мне тут параши. Ну, вы поняли. Сейчас я это прочитаю. Ну, короче, их подставили. Это была смертельная ловушка. Парня убили. И она решила остановиться в гостинице. Собственно, ничего особенного. Мы и так, можно сказать, все знали. 4535. Звонил ли я по этому телефону? Наверное, звонил. Наверное, его показали Косте, а может, не его показали. По-моему, его показали. Вроде бы его. Не знаю, надо звонить 4535, не надо звонить, черт его знает. Что ты там задыхаешься, ну? Еще одна тварь, здравствуй. Тебе надо что-то применить. Глазик хочешь? Не хочешь. Такую штучку хочешь? Не хочешь. Деньгу хочешь? Больше мне ничего нет. Есть вот такая. Порезать тебя. О, можно! Боже. Давай, режься. Да. Так, резать тебя. Как правильно-то? Вау. Что это было? Я справился? Но ножницы исчезли. Хотя я могу наверняка взять еще одни. Но что применить на стол, неизвестно. Наверняка мне нужны ножницы. Каждый раз ходить, это же бред. Что? Я положил сюда кровавую деньгу или что это такое? Может, это билет? Кровавый билет в таком случае. Но зачем?
Все еще стол. Туда оборачиваться почему-то нельзя. Так, окей. Наверное, если я нажму сюда, то я телепортируюсь обратно в прошлое. Это будет не так уж и плохо, учитывая мое крайне отстойное настоящее. Здесь все еще ничего. Да. А, стоп. Вот это что такое? А, это все то же самое. Ну ладно, пошли в прошлое. Бодыщ. И вот это настоящий приход. О, черт. Захорошило-то как. Интересно, изменилось ли здесь хоть что-нибудь? Комната ужасная. Так хорошо подходит. Дура ты. Значит, я наверняка могу вставить сюда это. И это. И пока все. И это все еще при мне. Ха, интересно. Интересно. Что в окне? Солнце садится. И это все? Что на постели? Односпальная кровать для скорбящей вдовы. Это односпальная? Я бы и не один здесь уместился. А я большой. Хотя, наверное, поэтому нам бы было бы неудобно. Что-то я размечтался, простите. Солнце садится. Да, я понял. Я просто думал, что ты скажешь что-нибудь другое, извини меня. Я был слишком хорошего о тебе мнения. Так, это что? Ключ. Машина спрятана. С глаз долой и сердце вон. Давайте возьмем ключ. Машина спрятана. Да ё-моё. С глаз долой и сердце вон. Так, ладно. Мы не можем взять ключ, но мы можем распаковывать открыть... Распаковывать вещи незачем. Я тут не останусь. Ну ладно, может сюда в таком случае. Теперь поменьше хитростей. Я закончила. Новая вылазка хитрой лисы. Дама-грабитель в маске ушла от полиции. Она закончила. Несмотря на то, что она не только лиса, она и, по-моему, еще и актриса. Может и нет. Не знаю. Я попробую все это прочитать. Ну, ничего особенного. Жило да было ограбление, и они не справились со своей задачей. Как они и сказали. Распаковывать вещи незачем. Я тут не останусь. Ладно. Незачем, блин. Охота на лису. Бедная зверушка в ловушке. Да, неприятная картинка, особенно учитывая, что у нас здесь все лисы. Все, так сказать, наши родственники. Опа-на! Я нашел мало штук, я нашел пока 3, мне надо 5. Это маловато. Гостиница вокзальная, один кофе. И только для одной. Да, один виски 29 апреля. Непонятно зачем вы говорите мне об этом. Кофе для одной. Для одной. Здесь скучно. С другой стороны, там слишком весело, туда я тоже не хочу. То место похоже на тюрьму. Мне следует знать. Опять же, ничего. Выключить свет нельзя, вернее, что здесь света все равно много. Может, я выйти попробую? Погоди. Холли, кто-то есть. Пора лечь на дно. Лечь на дно. На дно лечь. Односпальная кровать для скорбящей вдовы. Опа-на! Я нашел еще одну штучку.
Круто. Блин, осталась всего одна, но где же она может быть? Эти гребаные вещи. Ну да. Кофе для одной и только для одной. О! Ха! Черт! Ура! Ура! Аллилуйя! Повезло. Я думал, просто вставлю новые вещи. А здесь уже есть парочка. Так. Это отстой. Загадка не очень сложная, но... непонятно, как же она должна быть. А, я могу сделать только определенное количество ходов, кажется. Обалдеть. А ларчик-то просто открывался. Выяснилось, что самое главное было повернуть максимальное количество поворотов, посмотреть, где в максимальном количестве поворотов в центре будет красное, где зеленое, где синее, а потом сделать это вокруг. Так что загадка была несложная. О, черт, опять. Та-да! Криминал! Что за криминал? Почему мне не дали его почитать? О, Антон! Палыч Чехов. О, Антон! Извините, я не имел это в виду. Здесь должно быть что-то еще. Хотя мне просто добавился криминал. Наверное, это не так уж и плохо. Может быть, мне нужно вернуться обратно в будущее, как в старом добром фильме, и положить это на стол. Я положил сюда два журнала, но... не два журнала, а две штуковины, но... но они говорят, что этого мало... мало. Но почему этого мало? Что им еще может пригодиться? Я себе не представляю. Мать моя женщина! Я мог сюда все это время приделать гребаный руль. Как же я мог это догадаться? Конечно, какие-то подсказки были, но руль был так давно... Я думала, вам это никогда не удастся. Наконец-то оно умерло. Кто там? Ты где? Сюда. Вы что, меня не видите? Я здесь, на сиденье водителя. Что за... То меня призраки пугают, а то я их не вижу. Бред. Так... то кто вы? Что с вами случилось? Почему вы здесь? Вы видели юную девочку? А вы видели юную девочку по имени Эми? Вы видели юную девочку по имени Эми? Это она виновата. Она нас здесь держит. И вас тоже. Это неприятно. Кто? Кто вы? Я-то знаю, а ваше дело выяснять. Да я знаю, кто вы. Я не знаю просто, зачем я спрашиваю. Что с вами случилось? Занимайтесь своими делами. Почему вы здесь? Жалкий конец жалкой жизни. Все кончено. А могу ли я вам помочь? Могу вам помочь.
Нет, я должна кое-что сделать. Покончить с этим раз и навсегда. Что вы делаете? Эта штука не может двигаться. В вашем мире может быть и нет, а в моем... Пожалуйста, помедленнее. Вы нас погубите. Так и задумано. Держитесь крепко. Этой ночью мы обретем покой. Клево. Но как бы только не умереть. Близкого человека вы потеряли какое-то время в тюрьме. Почему вы желаете больше спать? Потеряли близкого человека. Если бы только моя жизнь сложилась иначе. Так. Так вы были искусственной фальшивой монетчицей? Нет, конечно. После тюрьмы нет. Но вы родились для... Что-что? Привилегированная сирийская... Чего? Какой тюрьмы? Какой фальшивой монетчицы? Пускай будет аристократическая жизнь, не знаю зачем. Сэр, вы шарлатан. Вон из моей машины. Эй, но она же не фальшивая монетчица. Верхняя. Да, я не должна знать. Так, в вашей преступной жизни конец. Ну да. Я не знаю, что сказать из этого. Не знаю. Ну, наверное, хитрая лиса. Если бы только моя жизнь сложилась иначе. Ничего не понимаю. Подумайте об Антоне Павловиче Чехове. Неужели он бы этого хотел? Если бы только моя жизнь сложилась иначе. Будьте вы прокляты. Будьте все прокляты. Ко всем чертям. Они никогда меня не поймают. Если он умер, мне жить незачем. Блин, похоже, придется спиритический сеанс снова проводить. Могу вам помочь? Нет, я должна кое-что сделать. Покончить с этим раз и навсегда. Что вы делаете? Эта штука не может двигаться. В вашем мире может быть и нет, а в моем... Пожалуйста, помедленнее. Вы нас погубите. Так и задумано. Держитесь крепко. Этой ночью мы обретем покой. Да, я не должна забрать. Вы кто? Как вы можете быть настолько правы? Я такой, какой я есть, инспектор. Этого достаточно? Да, я это чувствую. Новое начало, перерождение. Но не для вас. Вам же нужно встретить своих демонов. Демоны? Какие демоны? Имеешь в виду мистера Костяка? Это девочка, Эмили. Она воплощение тьмы. Она не даст вам уйти. Можете мне помочь, прошу вас. Возьмите этот артефакт и мои любимые отмычки. Они помогут. Мне пора идти, двигаться дальше. Спасибо вам, друг мой. О, еще один кружочек. Неплохо. Погодите, получается, у меня их уже два? Да. Это проблематично. Значит, придется что-то с этим делать, но неизвестно что.
что это за штука? Ну вот, я думал, что могу порезать эту штуку. Но я не могу. Почему-то я мог порезать только ту. Да-да, меня попустило. Хотя, может быть, это моя личная тварь. Та была ее, а это моя, поэтому я не могу ее прибить. Звучит логично. И есть у меня одна идея, которая, правда, родилась немножечко слишком поздно. Да, она работает. Черт, ну только как она работает? Не, реально, черт, что я должен сделать? Я, кажется, понял, каждый раз, когда я правильно делаю, играет музыка. Сейчас покажу. Черт. Ага. Черт. И я открыл хренову дверь. Какое счастье. Наверняка все еще слишком мало видео. Придется заходить. Проклятие. Это инспектор. Он пришел ко мне сегодня. Он думал, что я сбежала. Так, Довертон, перевозка мебели и распродажа вещей. Боваксновья. Так, эту штуку я, видимо, не могу открыть, но зато я могу взять эту штучку. Я праздную день рождения кому инспектору Атеми сегодня номер 2С. Жмурки. Поиграем. Номер 2С только. Больше не проси. Это 2B. Соответственно, сзади, наверное, A. Да, так и есть. Черт. Значит ли это, что я что-то пропускаю? Да, скорее всего, я могу пройти дальше. Ага. Ух ты, картинка. Совершенно непонятная тварь. Якобы кто-то едет на лошадях. Больше я ничего не понимаю, все равно не знаю живопись. Надеюсь, это закрытый номер. Это про... опять эта хрень. Привет, я хочу тебя убить. Так. Сейчас я тебя завалю. Так. Мерзкая тварь убита. Означает ли это, что здесь тоже надо будет проводить спиритический сеанс, я не знаю. Однако я точно знаю, что это очень даже неплохой номер. Вообще второй... О-о-о! Красиво. Попробуем Эй. Наветь ножницы. Вообще-то ножницы мне нужны, так что спасибо за ножницы. Ножницы — это неплохой орудий убийства. Ладно, здесь пока что мне ничего не нужно, поэтому пойду-ка я отсюда. Второй этаж мне пока что нравится больше первого, к счастью. Номер 2С, больше не проси. Это D. A, B, C, D. Значит, он сзади. Вот он. Вау. Клёво. Страшновато, но клёво. Давайте всё осматривать. Или знаете что? Давайте на этом остановимся. Здесь слишком клёво, чтобы всю клёвость раскрывать в этой же серии. Bye.